Это получается ППС. Ну что, ребят, видите, насколько у нас интересные беседы происходят на тренингах у Олега Гудвина, а еще многое остается за кадром, что просто нельзя выкладывать, секретная информация, но мы человека разбираем досконально, каждую мышцу, как, где она крепится с этой стороны, чтобы полностью восстановить его функциональность, да? Нормально у тебя с плечами сейчас все зашевелилось. Поэтому, чтобы узнать больше, вам нужно быть здесь на тренинге, приходите к нам в Академию телесно-ориентированных практиков, и мы на практике друг на друге все это отработаем. До новых встреч, дорогие друзья, с вами был Олег Алаф Гудвин. Да, то же самое, вот получается, ты не нет, не той рукой, руки поменяй, нет. Эту руку ныряешь под плечо, вот сюда. А, вот это. Да. Захватывай акромиальный отросток. Ну, да, открыл плечо. Вот так, да? Угу. Да. О, хорошо. Угу. И вот тут ты можешь усилить еще тем, что вот эта рука сползает, да, и ты локтем на свое запястье кладешь, вот. У тебя получается двойной удар двумя руками. Подожди, стой, Василий, ты попал? Чуть-чуть. Ага, все. Чуть-чуть задвинься, да. А, ну все, вот это ассист, все, ага. Да, да, ассист не даем. Единственное, что можно в той же позе сделать хвостистый вот сюда. Седьмой, шейный, первый, грудной, второй, третий, грудной, можешь хвостистый прям повернуть. Локтем? Да, если они вот туда развернуты, туда. Значит, здесь растянули. Да, а ты локтем толкаешь сюда. Вот попробуй. Только не острием, а ну, я. Да. Попробуй. Да, то же самое, только вот хвостистый. Только точечно хвостистый. Это шей. Ага, вот, вот. Я прицелился, я понял, да, что. Да, да, нормально. Вот и вот здесь, да? Да, да, все четко. Оп. О, молодец. Вот так, да. Молодец, давай пять. Отлично. Да, вот получается двойной захват, если он с твоей стороны, голову ему развернуть в другую сторону. Можешь через лопатку даже продавить, да, через лопатку тоже ребра хрустнут. Голову туда, да, и тут уже на себя давишь. На себя? Да. Да, ребра туда, а... А вторая рука рычаг делает. Да я вижу. Вот, так же удобней. Да, отлично. Молодец, хорошо. Да, вот так ты вот прям, продавливаю. Ты прям с дворотик. Не, не, все понятно. А как? Не, ну должен отвести. Да. То есть сюда надо. Да, да, да. Она вроде и мягкая. Я локтем туда не упираюсь. Она и мягенькая, и все хорошо. И сразу с другой стороны, да, удобно. У тебя, видишь, у тебя опыт, видишь, именно по мясу побольше, чем у меня. Наоборот, как твой друг. Голова другой. Да. Так она вот там развернула, другую сторону. Да, мы уже поздно там. Поздно, уже рука отворилась. И шея. А, молодец. И, в принципе, в этой же позе, не меняя позу, можно толкнуть первый, второй грудной позвонок. Вастистый. Грудной, второй, грудной, вастистый. Также, не меняя позу, все то же самое. Так же все, да? И... Подожди, сейчас что хочешь делать? А. Вастистый, вастистый. Вастистый. Ага. Хорошо. Вставай и помассируй. На большой игре. Вставай. О, 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 сердце, конечно, мышцы хорошо. О, классно. Хотите еще раз попозже, пожалуйста. Продолжи. Мощный. А, мне надо будет с той стороны дойти. Зацепились ногой. Вот эту руку из-под себя держишь свою коленку, чтобы она не опускалась. Я вхожу с той стороны. Руку откидываем. Голова лежит, глаза тоже туда. Ну, я иногда говорю, да, ставьте сами себе лайк и смотрите на большой палец. Вот, соответственно, вот угол поострее, держится ногой. Ага. Это получается ППС. Ох! Чего, видишь, что? Рушнуло крестец. А, во, видишь, как раз, кстати, вот вы спрашивали, крестец относительно таза разойдется? Себя, таз. Да, я прям тазом толкаю, видишь? Свой таз. Толчок мощный. Мощный, блин. Офигеть. Больше градус сделаем, да? И уже не вот так кладем ладонь, а вот так. И
И уже можно не в таз, уже можно в ведро, чтобы на растяжение. Вот растяжение пошло, видите? Больше скрутки. Вот так вот. Но основной функционал все-таки это у нас получается как бы вот это, ну, жесткое. Нижний скрутка. Отдел. Нижний, вот да? Вот это, да, когда? То есть основное. Да, основное это здесь, да. Значит, эти мы толкали вверх, а эти толкаем вниз. Стрелочки здесь будем нарисовать. В эту сторону. Как вниз толкнуть? Соединяем. А, пока одно колено. Пока одно колено сюда. Эту руку вперед ко мне. Как обычно, он лежит на скрутке, да? И чуть ближе ко мне его двигаем. Тут берем. Лежит, все лежит, просто рука лежит. И его позвонки вращаем ногой, проверяем, где у них есть ход, где у них есть какой-то там блок, затык сверху, снизу позвонков. Ну, заодно мы их и массируем. То есть вот когда нога тупее угол, да, относительно оси позвоночника, то где-то сверху щупаем. И прям чувствуется, как они там крутятся туда-сюда. Чем острее угол сделали, да, тем больше мы уже залезли в ППС, КПС, вот сюда. Расшатали. Сюда поднимаем две коленки к груди. И вот смотрите фокус. Тазовая кость, видите, вертикально лежит. Угу. И мы ее сейчас вот так раз. И она уже, видите, уже под углом. То есть мы уже там растянули. Теперь вот эта нога у нас является, его ноги являются рычагом. А давить будем тенором большого пальца. Он самый сильный у нас. Вот в эти пластистые позвонки прям. Раз, раз, раз. Если они не прощупываются, то можно через пару вертебральную мышцу прямо, через мышцы. Оба туда. Оба. Тянется? Да. Ну вот отлично. Так, ну а теперь мы все повторим на живой натуре, тем более у нас сохранился рисунок, куда давить. А, нет, мы поменяем. Мы поменяем, сейчас футболку лучше оденешь. Чтобы они не видели рисунка. Почему? Да помнили же все. И начинаем растягивать. О! Ногами назад. Ребро вперед. Подключи, пожалуйста. Дальше. У меня все хорошо. Дальше. Было. Таза доходит. Было. То есть вот это место мы дополнительно растягиваем. А, кожа вертится, да? Вот. Ну, соответственно, тут и косая мышцы, и квадратная, да. Там. Широчайшая, вот все потянется. Подготовили. А что тянется при этом? Мышцы прям тянутся? Да, и косточки тоже и подтягиваются, да. Все, и косые, и квадратные, и широчайшие. Широчайшие. Теперь берем за таз, точно так же, как вот мы брали до этого. Ну, здесь нам как бы верхние ребра не надо, поэтому мы вот туда и толкаем, да? Берем за нижние ребра, они нам помогают. За вот эти остистые позвонки. Но лучше двумя руками, рука на руку, чтобы сильнее было. Одни пальчики-то, они же слабые будут. Вот, это на себя, а это от себя отрицинули. И раз, раз, отправили вот эти вот места. Это получается, тянул за руку, это вариант, если по доске смотреть, А был, да, вот это вариант Б. И вариант В, когда мы тянем теперь не только в эту сторону, да, а и в другую. Тут теперь в обратную сторону таз толкаем, а ребра на себя. Вот так вот. И чтобы это еще усилить, попросим его поменять позу. Руку назад, вот это заведи за спину. Да, и ноги тоже это назад, прямой, а это вперед. Вот здесь, ты говоришь, что хорошо было. Вот, видите, в другую сторону я его скручиваю, обратно. Так, это вот вариант В и В1. Теперь вытаскиваем подушку. Нормально все, с печами сейчас все зашевелилось. Поэтому, чтобы знать больше, вам нужно быть здесь на тренинге, приходите к нам в Академию телесно-ориентированных практиков, и мы на практике друг на друге все это отработаем. До новых встреч, дорогие друзья, с вами был Олег Алаф-Гудвин. Ну вот, мы закончили наш тренинг, да, и теперь торжественно, после клятвы, вручение дипломов и сертификатов. Ура! Пьем чаек. Ура! Да, пьем чаек. Новый образ жизни.
И вас поздравляю и жду у нас на тренинге. С вами был Олег Алав Гудвин. Всем приятного всего.